Дорогие друзья, у нас сегодня в ремзоне Hyundai AX35 2012 года выпуска. На нем производится плановое ТО. Плюс дополнительные работы, которые заявлены клиентам, это чистка инжектора, замена антифриза. По всему списку, который сейчас производится на этом автомобиле, цена вопроса 12 110 рублей. На все мы тратим около 4 часов. И при этом не забываем, что у нас 24 месяца гарантии. Спасибо за внимание. Удачной дороги.